Очень здорово здесь вот табло. На какие, на какое время есть билеты. Но, конечно же, лучше билеты покупать заранее на официальном сайте. Вот. И тогда однозначно можно зайти. Площадь Галы и Сальвадора Дали. И люди ждут своей очереди. И вот мы входим в музей. Блин, так волнительно, я так мечтал попасть в этот музей. И вот мы сюда будем заходить. Здесь 1500 экспонатов, включая его работы ювелирные. Ух ты! Какой шикарный двор куполом. Вау. Какая прикольная экспозиция. Кадиллак, конечно же. На Кадиллаке можно здесь и постоять. Обалдеть. Вот он, этот купол. Блин, тут все его рисунки, которые я никогда не видел. Очень здорово сделано по кругу. Блин, нету слов. Боже, чтобы это все заснять. Это нереально. Да, такие рисунки, которые я никогда не видел. Одуреть. И что интересно, у Дали заняло 10 лет тяжбы с Министерством изящных искусств. И муниципалитет Фигераса, он хотел, чтобы это все финансировалось из бюджета. И очень долго у них это все заняло, очень много времени. И плюс Дали вначале хотел, чтобы здесь находились фотографии его работ. Потому что он говорил, что фотографии — это всегда лучше оригиналов. И так он интересно сказал, что оригиналом люди еще успеют разочароваться оригиналу. Насколько он был в себя влюбленным, но тем не менее, вот он вот так вот скромно об этом отзывался. Ой, вот главный зал.